Итак, ребят, добрый день. Небольшое короткое видео хочу вам показать. Короче, девушка в Америке, у них есть специальные автоматы. Кладешь туда телефон, он их оценит, дает тебе деньги. Девушка в Америке решила сдать свой iPhone 13 Pro. На видео видим, что там не сколов, то есть он был был стекло, был чехол, то есть 13 Pro. Вот. И, походу, даже машина лучше знает, какова цена этого огрызка, да. В отличие от некоторых людей, которые за, там, за 200 тысяч отдают, почку отдают. Видимо, машина умнее людей все-таки. И, в общем, что мы видим? Какую цену дал робот этому огрызку? Итак, мне кажется, этот робот знает настоящую цену айфонов. И вот, тадам, $315. Это 22 тысячи рублей, грубо говоря, по современному курсу. А теперь, ребят, мы посмотрим. Давайте посмотрим цену в России на этот iPhone 13 Pro, который у нас давала БУ. Просто БУшки. Мы видим, что средняя цена 70, ну, короче, 70 тысяч средняя цена, да? То есть, а в Америке он стоит 20 тысяч. Разница, блядь, в 3 раза практически, да? Ну, там, в 2,5. Давайте посмотрим, сколько стоит он в магазине у нас сейчас при современных условиях. Ой, ёп. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. 104 тысячи на 128 гигабайт. Чё, реально? 104 тысячи? Ёбаный в рот! В каком мире они живут, нахуй? Ой. Бабки, сука, бабки! Сука!